Всем привет, продолжаем прохождение игры Europa Noir 5. Играем в режим завоевания, классическая эпоха. Продолжаем прохождение за Карфаген. Так, в общем, завершаем ход. Персис, ну вот такой вот кашгар. Итак, 3659 у нас казни. Продолжаем, давайте, наше наступление. Фу, блин, надо будет сюда другой армии идти, ну, хрен с ним, ладно. Перепутываем маленько. Подходим с стрелками. Так, вот. Вот что-то кавалерию. Точнее, нашу Ганнибала. Так. И выдавать эту башню по-любому надо сносить. Потому что она будет мешаться. Так, вы приходите работать. Завершаем ход. Все, город взят. Блин, вот, конечно, это косяк, надо было лучше. Ну ладно. С другой стороны, генерал мне как раз здесь удобнее, потому что иначе противник ушел бы. Если бы я вот эта армия от кого-то, они бы двух городов атаковали эту армию. Могли бы меня убить. Хотя, блин, у меня живот еще на подстраховке было. Ну давайте, может быть, туда эту армию переведем. Так. Из Пекина. Ну ладно, давайте пойдем по порядку. В общем, вот это идем сюда, берем Канмин. Здесь тоже, кстати, хорошие такие башни. Блин, смогу здесь пройти? Нет, давайте все-таки вон там пойдем, где вот эти башни. Думаю, не будет у нас большой проблемы их снести. Стой, поэтому сейчас башню просто снесем и все. Тут больше сейчас, мне кажется, идти будешь, чем вот. Если город захватывать. Пускай пока вот эти три отряда будут. Могу подойти. Пока сюда подойдем, это максимум. Чтобы по этим отрядам башни не лупили. И можно будет уже рушить замок. Блин, ну да, попал я тут под обстрел башни, но это, ну, не очень важно.
большого урона на башню все равно не принесет. Так, здесь идем на Гуанчжоу. Тоже надо захватить. А вот здесь все три башни придется доубить. Да, еще плюс артиллерия будет по нам работать, пока мы будем эти башни доубить. Все, поделяемся по башням. Ну, теперь какая-то кавалерия, не знаю, слушай, нахрен не пройдешь туда. Ну, зато еще второй ход пролили. Так, один кавалерийский отряд не перевел опасно. Ну, этот отряд я никуда не могу. Длительный прорыв. Только здесь будем ждать. Ну да, конечно, в такой части они бьют тому отряду, который больше всех пораненный. Ты прям встали тут, я хрен пройду через них. Все, наконец-то, генеральская цивилизация мы уничтожены.
принципе, осталось только центральный замок разрушить и все. Так. Здесь вот идем на Шинянка, как он тут называется, этот город. Вот тут вообще легко. Тут опять же башенки только первого уровня. Я думаю, мы их должны легко пробить. Тюмный захват. Так, вот здесь можно еще одну армию сделать. Но, блин, сначала надо, конечно, здесь сделать апгрейды. Сколько у меня там уже? 7 городов. В Китае осталось 12 всего. Завершаем ход. Кто-то перст на меня напал. Ну, давайте, как говорится. Удачи вам. Просто еще не знаю, с кем они связываются. Так, Китай.
Тайцы из Сеула пришли. Но самое опасное ответ у них это вот баллисты. Кто хуй точно. Так, в общем, теперь наш выход. Катапульту. Вот и все так отбито. У меня уже 4332. Заход даю денег. Так, ну что ж, начнем отсюда, да? Так, у меня здесь кавалерий вон сколько. Кавалерий здесь мешает, конечно, производиться. Уничтожить башню. Хотя бы эту я уничтожил.
Так, у меня осталось 5 отрядов всего уже. Один уже уничтожен. Чую, что пока мы не прорвемся в этот раз, придется вторым ходом пройти. Всего один отрез остался, тут потрепанный. Да, здесь не удалось пока. Так, блин, здесь кавалерия только не нравится. Идем сюда, это возьми. Ай, блин, не туда отряд у меня. Thank you.
Так, здесь город взял. Дальше. В армию переводим сюда. А эту армию, наверное, сюда переведем. Все, тут я атакую на зачем ходу только. Блять, прикинь, никак не могу нанять только 4 отряда. Насколько денег хватает, настолько нанимаем. Так, ну силу, наверное, в следующей серии уже буду брать. На этом, наверное, на сегодня все. Так, в общем, 78 мы сейчас городов под контролем. Китай осталось 12, Перси 7, у Анкора 6. В общем, там немножко нам остается до победы. Кажется, что вот она, победа рядом, но еще нет. Еще пока нет. Так, и у нас 62-й ход. По счету сейчас. Так, в общем, все на этом. Всем пока.